Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Номер 5. Урок 36. А. Длина участка земли прямоугольной формы 200 метров. Ширина на 40 метров меньше длины. Найди площадь участка, вырази ее в гектарах и арах. Первое действие. 200 отнять 40 равно 160 метров. Это ширина участка земли. Второе действие. 200 умножаем на 160, получаем 32 тысячи квадратных метров, или это 3 гектара 20 ар, площадь участка земли. 3 гектара 20 ар. Задача Б. Парк прямоугольной формы имеет площадь 18 гектар и ширину 300 метров. Найди периметр парка. 18 гектар – это 180 тысяч квадратных метров. Разделим на 300, так как знаем площадь и знаем ширину. Таким образом, мы найдем длину парка. Убираем по 2 единицы, и получается, что 1800 разделить на 3 – это 600 метров. Длина парка. А теперь, зная длину и зная ширину данного парка, мы найдем периметр этого парка. 300 – это его ширина, 600 – это его длина. 300 прибавляем 600, получается 900, и умножаем на 2. 1800 метров – это периметр парка. По-другому, 1800 метров – это 1 километр 800 метров. Периметр данного парка. Задача В. Сколько теплиц длиною 24 метра и шириною 5 метров надо построить, чтобы их общая площадь была равна 3 гектара? Первое действие. 24 умножаем на 5 равно 120 квадратных метров, площадь одной теплицы. 3 гектара – это 30 тысяч квадратных метров. 30 тысяч разделим на 120. Убираем по одному нулю, получается 3000 делим на 12. И в ответе у нас получается 250 теплиц. Ответ. 250 теплиц нужно построить, чтобы их общая площадь была равна 3 гектара. Возникли вопросы? Оставляйте комментарии под видео.